День добрый. В сегодняшнем видео, как вы уже могли догадаться по названию, у нас ремонт телефона Nokia. Модель я не помню, честно говоря. И у него такая неисправность, как плохо слышно собеседника. Как выяснилось позже, человек, который хозяин телефона, много работает с металлом, поэтому в этот динамик забилась металлическая стружка, которая, собственно, и привела его в негодность. Первым делом мы снимаем заглушки, которые закрывают два болта сверху. Да, и обращайте всегда внимание, в телефонах бывает такая штука, как и на матрицах в ноутбуке, бывают такие заглушки. Если не обратить внимание, можно просто его выломать, и ничего хорошего из этого не выйдет. Что очень интересно, телефон ни разу не разбирался, хотя ему хрен знает сколько лет. Кстати, да, там вот модель сейчас была 6303 Nokia. Открутили все болты, снимаем верхнюю крышку, и на ней у нас расположен разговорный динамик, очень удобно. Дальше лезть не нужно, это как бы приятно, конечно, никакой лишней работы делать не нужно. Снимаем, не забываем с него снять сетку металлическую. Ее нужно прочистить. Вот когда я ее снял, я и обнаружил, собственно говоря, там очень много металлической стружки. Далее взял первый попавшийся телефон, это был H4S Desire V или H4S Desire X, я, честно говоря, не помню, они очень похожи друг на друга. И вытащил из него разговорный динамик. В принципе, он довольно-таки неплохого качества, насколько я помню, был там, когда я им еще пользовался, этим телефоном, поэтому... Ну и как выяснилось позже, уже при проверке, да, на самом деле динамик хороший. Не забываем назад поставить решетку, очищенную уже решетку. И внимание, он идеально подходит. Вот честно, не репетировал момент, сюда можно вот этих негров вставить, которые такие... Далее мы собираем все в обратном порядке. Благо, это делается очень просто, ничего мудрить не нужно. Защелкиваем верхнюю крышку, закручиваем болты по периметру, те же 6 штук. Кстати говоря, я вот почему-то, когда разбирал, собирал телефон, думал, что он сделан из металла, это оказался пластик. И вот на самом деле тот случай, когда пластик, ну, очень хорошего качества, прям вообще мне прям понравился. Закрываем наши болты назад заглушками. Ну и все, собственно говоря, закрываем крышку, вот такой элементарный простой ремонт, и уже просто проще не придумать, тут он делался буквально одной отверткой, можно было и обойтись и без пинцета. В общем, всем всего доброго, вот такие вот дела, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я вообще-то, вот, бля...